На территории, где разместится первый квартал микрорайона «Север», сейчас идут работы по прокладке магистральных сетей. Они начались в августе. Прокладкой магистральных сетей занимаются специалисты ПМК номер 169 и других лидских организаций. Всего запланировано проложить около 4 километров водопроводных сетей, порядка 3 километров канализационных, их будет две нитки, и порядка 2 километров ливневой канализации. В августе начаты работы по подготовке основы для устройства улиц к новому микрорайону. Их запланировано две, и они будут четырехполосными. Срок строительства улиц – 12 месяцев. Начаты работы по устройству улиц к этому микрорайону, так называемая улица номер 1, протяженностью 680 метров, шириной 17 метров, значит, эта улица будет, она будет четырехполосная. Вот, покрытие у нас будет из бетона. Также улица номер 2, протяженностью 720 метров, то же самое, шириной 17 метров, бетонное покрытие будет. Но это у нас планы такие на этот год. Выделено финансирование в районе 12 миллионов, но средства еще будут добавлены. Это средства областного бюджета. По проекту на территории первого квартала микрорайона «Север» будут построены 6 жилых домов от 7 до 10 этажей каждый, которые планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Идет проектирование жилых домов. Это, значит, будет 4 дома мелкоштучные, кирпичные. Это где-то 230 квартир. Значит, а также 2 дома. Значит, в этом микрорайоне планируется, проектируется и планируется начать строительство тоже в этом году. Это где-то будет декабрь месяц, не раньше, ноябрь-декабрь месяц. Это будут панельные дома, 2 дома по 132 квартиры. Срок строительства этих домов у нас 12 месяцев. Значит, срок строительства кирпичных домов от 6 до 10 месяцев. То есть в следующем году эти дома будут введены в эксплуатацию. Это порядка 460 квартир. Силами наших подрядных организаций все будет выполняться. Ну а панельные, крупнопанельные дома, конечно, это Гродно-Жилстрой будет работать. В новом микрорайоне «Север», согласно проекту, будут построены 2 детских сада, каждый на 190 мест. Школа с бассейном и спортивными площадками для 1020 ребят. При наличии финансирования завершить строительство квартала планируется через 5 лет. Микрорайон «Север» должен стать самым густонаселенным в Лиде, ведь в нем будут проживать 35 тысяч человек.